первый Станислав Бережной. Защитники номер 27 Андрей Мерфильев. Номер 87 Егор Ананьев. Нападающие номер 34 Родион Казанцев. Номер 71 Глеб Трикосов. Номер 88 Николай Хворов. На лёд приглашается команда «Омские ястребы». Всем поклонникам хоккея пламенный привет из солнечного и весеннего Челябинска. Сегодня осмотрим матч Олимбет чемпионата молодежной хоккейной лиги. Первая встреча второго раунда между белыми медведями и омскими ястребами. Судейская бригада сегодня представлена в лице главных Александра Андреева и Владислава Шалимова. Линейные арбитры Ярослав Гашилов и Всеволод Данчук. В воротах. А мяче игру начинает Станислав Бережной. Он в этом плей-офф играет от звонка до звонка без альтернативный первый номер. Защитники первой пары Андрей Перфильев и Егор Ананин. Нападающие в первой тройке Глеб Трикозов, Родион Казанцев и Николай Хворов. Главный тренер Виталий Геннадьевич Черночук. У челябинцев стартовый голкипер на игру Руслан Хажеев. Стартовой пятерке Александр Филатов и Андрей Подгузов. В обороне Ярослав Епаров, Руслан Агламзянов и Алексей Рыкманов в атаке. Ну и рулевой мишек Марат Равкатович Аскаров. Меня зовут Денис Киселев. Начинаем первое вбрасывание в матче в центральном круге.
И к нему потихонечку подходим. Этот матч, в принципе, открывает программу второго раунда в молодежной хоккейной лиге. Если вдруг кто запамятовал, белые медведи вышли победителями из серии 1-8 финала с авто. 3-1 в противостоянии омские ястребы не оставили шансов стальным лисам. Там 3-0 в серии. Ну и, кстати, по итогам именно первого раунда можем отметить, что обе команды неплохо проводят первые периоды. Белые медведи в 4 матчах дважды побеждали в стартовых 20 минутках. Один раз сыграли в ничью, один раз уступили. Ну и омские ястребы во всех первых периодах первого раунда побеждали. Передача в атаку. Вот тут и потеря, и положение вне игры. Выбрасывание будет здесь же, на синий. И остановка случилась. И, в принципе, сочетания остаются прежними. Никого не меняют, но логично все. Всего 9 секунд позади. Казанцев выиграл. По закруглению шайбу отправляют. Борьба у борта. В нее включаются с места. Нет, не проходит. Челябинцев появилась. Вторая пятерка. Но сейчас будем со всеми постепенно знакомиться. А пока Якимов пробрасывает шайбу. Зацепятся ли? По крайней мере, пытаются. Девяткин во втором звене омских ястребов. Андрей Корзин и Тимур Кол. Ух ты, гол! Вот оно, 1-0! Быстрое, стремительное начало. И отличается 75-й номер Егор Родионов. Левый нападающий второй тройки. Он играет вместе с Александром Филатьевым и Денисом Маловым. Хорошая передача прошла. И разящий бросок. Ну и Девяткин не сумел шайбу вывести. Филатьев буквально вцепился в него, отобрал шайбу. И передача на пятак. Откуда Родионов просто расстреливал соперника. Быстрое начало у ястребов. В третьем звене у амичей Дмитриев и вместе с ним 23-й номер. Хлопиков, нападающий Сысоев, Заикин и Власенко. Ну и в четвертой пятерке момент у белых медведей в атаке. Троллировали шайбу, но потеря. И в четвертой пятерке Артем Куликовский и Николай Захаров, защитники, нападающие Эдуард Гладнюк, Егор Едыкин и Иван Новокшонов у белых медведей. Во втором звене Артем Девяткин и Никита Киселев, Леонид Кулешов, Егор Горбунов, Никита Якимов. В третьей Владислав Юсупов, Ярослав Федосеев, Дмитрий Киржаков, Никита Телегин и Андрей Матюшин. В четвертом звене нападающий Артем Кулябин, Максим Шумаков и Иван Селиванов. 13-м нападающим заявлен Степан Горбунов. И 7-м защитником Доминик Миканович. И еще момент у ворот Хажеева. Пока справляются. Юсупов верхом шайбу выводит. Понятно, что Киржаков будет цепляться за нее, но не добирается. Решили события не форсировать. Омские ястребы назад двинулись. Теряют шайбу. Отыгрывают назад. И пока разыгрывают из своей зоны. Трикозов. Поляму флангу. Бьет по тормозам. Делает передачу прострельную. Верхом. Но шайба настолько высоко летит, что покидает пределы площадки. Омские ястребы достаточно хорошо пользовались своими моментами в первом раунде. В трех матчах 9 шайб. 3 в среднем за игру. Из 98 бросков они были заброшены. Ну, процент реализации чуть больше 9. То есть хорошо играют в атаку. И моментами распоряжаются грамотно. Бросок хороший от синей. Мимо проходит. Закрывают зону. И на построение новой атаки. Перехват. Под Гузова. Якимов. Подключает партнера. Но
Кулешов через борт в борьбу отдает. Девяткин придерживает, бросок попадает в защитника. Еще одна попытка, гол! 1-1! Девяткин сравнивает счет. У нас и 5 минут не сыграно. Чуть больше 3, а уже 2 шайбы. Ну и, в принципе, как бы это ни было заезжено, все начинается сначала с 1-1. Продолжаем игру. 2 попытки Артема Девяткина. Первый раз попадает нападающего соперника. Здорово блокировал игру Родионов. А дальше бросок более успешный, но судьи посмотрят сейчас эту шайбу на предмет удара ногой. Потому что там под воротами Никита Якимов прям очень активно работал, даже излишне, я бы сказал, старался. Ну, посмотрим. Судьи там отправились к судейскому столику как раз и просматривают эпизод. У нас же вот возможность увидеть. Ну, попадал Девяткин в Якимова. Но, как показалось, движение Якимова не было акцентированным, он падал. В любом случае, послушаем сейчас, что скажет судья. Ну да, да. Что и требовалось доказать. Гол хороший. Никита Якимов забрасывает 3-ю шайбу в этом розыгрыше Кубка Харламова. И он, к слову, лучше по этому показателю в команде. Ну и логично, да, что только Девяткин в ассистентах. Впрочем, омские ястребы пытаются снова захватывать игру и ее ход в собственные руки. Поэтому быстро оказывается в атаке. Бросок от синей. Со второй попыткой накрывает Хажеев. И там нападающий целеустремленно шел дорабатывать эпизод. Немного попадал по голкиперу коньком. Впрочем, разошлись достаточно быстро. Миром особых претензий не стали предъявлять. Дмитрию Власенко. Вбрасыванием возобновляется матч. У ворот Хажеева. Белые медведи отбрасывают шайбу. Ну, по крайней мере, просто выводят ее подальше из своей зоны. И теперь будут пытаться вступать в отбор достаточно высоко. Все-таки шайба заходит за лицевую. Хажеев выдвигается. Играет с ней. И вот такой наброс. Тоже проходит. Попытка зацепиться. Неудачно от белых медведей. Буквально один никем не прикрытый. Оставался нападающий ястребов. Егор Ятыкин. Много у него пространства было. Но конвертировать его в заброшенную шайбу не сумел в этом эпизоде. Ну и давайте по Егору Родионову разберемся. У него 2-я шайба в этом плей-офф. И 3-й результативный балл. На точке Егор Горбунов. И он ее выигрывает. У Родиона Казанцева. Подгузов. Хорошая передача под чужую синюю. Строят атаку. Якимов. Падает, но продолжает контролировать. Дальше через Кулешова. Бросок, ну, далеко не в створ. Шайба отскакивает. И снова Девяткин ее подхватывает. Не с первой попытки, но все-таки сохраняет контроль Мишки. Продолжает атаковать Девяткин. А вот теперь отбрасываются ястребы. Подгузов. Передача. И еще одна. И снова в среднюю. Но, правда, не самый комфортный пас был. Поэтому не удалось как следует остановить шайбу. Максиму Шмакову. В
Верхом летит шайба, оказывается на пятаке, отражает Хажеев в углу. И там снова борьба, Девяткин. Федосеев пошел в борьбу. И вот теперь он разряжает обстановку после того, как вылезал на пятак нападающий соперник. Отбились в эпизоде. Много масочников у белых медведей. Так, если взглянуть на сегодняшний состав. Подгуза 18. Федосееву 16. Матюшину 17. Кулябину, Горбунову, Степану Горбунову и Максиму Шмакову тоже 17. Очень активно подключают новичков в этом сезоне. И видим, что получают шансы они в том числе в розыгрыше Кубка Харламова. Соответственно, у ястребов чуть поменьше так называемых масочников. Но, например, Родион Казанцев в свои 16 первый центр. Гламзянов уступает на точке. Остается она за Андреем Заикиным. Попытка выйти из угла. Сысоев. Под силовой попадает. Епаров. Достаточно рослый нападающий. Под 1,90 ростом. Поэтому и выигрывает борьбу. А Гламзянов забирает шайбу. Станислав Бережной. Для него без особых проблем. Ну и еще раз. Этот бросок. Финальная стадия. Атаки. В хороший отрыв убежал Гламзянов. Совсем чуть-чуть не хватило. Броска точного. Едыкин выигрывает точку у Телегина. У борта шайба. Наброс. Не без проблем, но Бережной выловил шайбу. Так, а здесь один из судей падает. Аккуратнее. Говорим мы Ярославу Гашилову. И еще раз процедура на точке. Белые медведи, омские ястребы, в принципе, в регулярном чемпионате шли буквально ноздря в ноздрю. И у тех и у других по 69 баллов было на финише регулярки. Но при этом мишки оказались чуть выше из-за дополнительных показателей. Соответственно, заняли вторую и третью строчки в золотом дивизионе на Востоке. Команды примерно равного уровня, хотя у амичей побольше тех, кто выступал в этом сезоне уже в континентальной хоккейной лиге. Тот же Глеб Трикозов, Александр Филатьев. Опыт игры в КХЛ у мишек исчисляется же только двумя матчами у Ярослава Епарова. Ну и то там достаточно скромное игровое время было. Епаров много находился в команде, но чаще всего был 13-м нападающим, но и не играл. В молодежке чувствует себя уверенно. Егор Горбунов за лицевую шайбу отправляет. Якимов. Потеря, но быстрый возврат. Ну и в итоге не удается построить атаку. Ястребы перехватывают. И вот такая проходит длинная передача. Первое-то касание было, но им сразу укротить шайбу не получилось. Филатьеву. Но он продолжает контролировать. Бросок с дальней дистанции. Приходится напрягаться, конечно, Руслану Хажееву. И еще раз. Отражает. Видим, что омские ястребы не стесняются палить из любых позиций. Прям даже из откровенно не ударных, что называется. Удаление будет у белых медведей. Владислав Шалимов объявляет, что это задержка соперника. Но накинул пиджак Андрей Подгузов. Не должно быть споров. В какой-то степени и вынужден был, выходил достаточно опасный Несмолов из-за лицевой
Там понятно было, что в случае чего и на пятак двинется. Остаются белые медведи в меньшинстве. Ну и касаемо неравных составов, тоже стоит отметить, что белые медведи еще ни разу в этом розыгрыше Кубка Харламова не пропускали, оставаясь в меньшинстве. Из 9 удалений авто реализовал в первом раунде 0. Ну а омские ястребы — лучшая команда в этом плей-офф по реализации численного преимущества. 37,5%. Ну, 3 гола в 8 попытках в серии против стальных лисов. И еще раз бросок. Тимур Кол. Да, кстати, говорил Виталий Черночуп, главный тренер омских ястребов, о том, что Глеб Трикозов и Тимур Кол в первой бригаде не просто так, что именно под них заточено это сочетание, под их броски, которые прекрасные. Мы видим сейчас, как раз Трикозов угрожал воротам. Ну а что уже вторая спецбригада, это больше под розыгрыш. Ты видим, что первая появляется, достаточно ударно действует. Забить не удается. Мишки отбрасываются. Телегин вывел шайбу за синюю. Но ее обратно затаскивает Тимур Кол. Делится с партнером, разумеется. И вот проходит передача на Филатьева. Там Трикозов открывается под бросок. Филатьев продолжает контролировать. И вот Трикозов. Бросок мимо. Не попадает в створ. Тимур Кол был. Ну и в итоге меняется спецбригада омских ястребов. У белых медведей, конечно, тоже. Полминуты остается продержаться челябинцам. И снова отбросились. Вперед шайбу адресует Николай Хворов. Заходят в зону атаки амичи. По борту запускают. Снова Хворов. Отыгрывается и прострельная на пятак. И за лицевой пас. Все появляется Подгузов. В формате 5 на 5 продолжается игра. Подгузов, разумеется, как и положено, оказывается, выходя со скамейки штрафников, ну, так называемым третьим нападающим, да, в действующем как раз на фланге ближнем к скамейке штрафников. Но это временная ситуация. Подгузов, понятное дело, защитник и быстро меняется, уступая место именно что профильному нападающему. Не получается бросок у Андрея Корзина. Этим пользуются, конечно, Мишки. Переводят шайбу в зону атаки. Гламзянов бьется в углу площадки, но теряет контроль над шайбой. В ответ идут амичи. И передача! Не забивает из вернейшей позиции. И стопроцентный Эдуард Голоднюк. Гламзянов. На Епарова передача. Бросок из-под защитника. Но в него и попадает нападающий Мишек. Девяткин. Наброс. Бережной готов к такому. Ну, здесь уже от простого действуют. Затащили шайбу. Вбросили. И пытались, ну, может, ошибку выжидать от белых медведей. Но, в общем-то, ошибки не случилось сразу же. Правда, затем проброс. Не смогут хозяева поменять игровое сочетание. А мы еще раз посмотрим этот момент. Когда давал передачу Александр Филатьев и не сумел Голоднюк шайбу в ворота отправить. Ну, там защитника давайте в первую очередь похвалим. Вовремя поставил клюшку. У борта борьба. Медведи выходят победителями из нее. Снова по борту, но уже в зону атаки. Телегин. Продолжает контролировать. Бросок мимо. Падение. Но все по правилам было сыграно в
исполнении Ястребов. Ну и в ответ, кстати, достаточно жестко сыграл Подгузов. Прям прикладывал Дмитрия Власенко. Было похоже на толчок на борт. Власенко с трудом поднимается, но добирается до скамейки запасных сам. Это уже, конечно, хорошо. В любом случае, здоровья пожелаем. Удаления там не было. Повода для штрафа судьи не углядели. Поэтому, опять же, формат 5 на 5 продолжается. Шумаков и Казанцев встретились на точке. Бережной вышел из ворот. В трапеции остановил шайбу. Не получается сходу атака у белых медведей. Федосеев подхватил, верхом отправил за синюю шайбу. И все снова в борьбу, снова в попытке забрать преимущество там за счет активных действий, за счет высокого прессинга. Но опять же, плодов он своих не дает в этот раз. Ух ты! Сами себе едва не привезли сейчас ястребы. Небережной подстраховал защитника, который ошибался. Бросок Хажеев. Ну так, на легкий аплодисмент наработал в эпизоде. Самое главное, что шайбу отбил. Юсупов. Сам пошел. Скорость есть, но и соперник есть, который, конечно же, высоко встречает. Это Филатьев был. Наверное, самый активный сегодня у мячей. Хорошо обыгрывал Трикозов, но потерял шайбу. Егор Горбунов. Бросок. По борту шайба доходит. До Кулешова. Снова Горбунов. Останавливает рукой шайбу. По борту Якимов. Поднимает на синюю. И обратно. Нужно пытаться отбиться. Нужно пытаться как-то шайбу выводить. Ястребом не получается. Трикозов. В ответ атаку разгоняет команды своей. Передача. И Едыкин там увяз в борьбе. В пучине событий. Медведи отбирают шайбу. И Епаров ускоряется. В угол не полез. До него оставил шайбу. Бросок! Хороший момент был у Телегина. Епаров классно его выводил как раз на эту позицию. И шайбу туда доставил, но в створ направить ее не получилось у челябинского нападающего. Хажеев, да, выйдет из ворот. Ситуация это предполагала. Аркманов. Опять же, высокий прессинг. То, чего стоит ожидать сегодня от белых медведей. В принципе, команды перед серией достаточно комплиментарно отзывались друг о друге, что обе, и белые медведи, и омские ястребы, играют в хороший атакующий хоккей. Что просто не будет, что однозначно это будет такая тяжелая серия. И видим, да, там омские ястребы забросили в самом начале, но ответ был незамедлительным. А теперь все уходит у нас в плоскость борьбы. В первую очередь борьбы характеров, разумеется. Телегин остановил шайбу. Федосеев. Киржаков. Ну и приходится Бережному выдвинуться. Встретить шайбу и отправить ее в обратном направлении. Киржаков корпус ставит. И за счет этого как раз дает добраться до шайбы Никите Телегину. Он идет, закладывает корпус, бросок, добить некому. Ну прям вот, чтобы клюшка оказалась в нужном месте. Филатов пытался, конечно, но тяжело было.
конечно, впереди шайба уже была. Филатов теперь отрабатывает у своих ворот. Первый на шайбе. Передача. Слышим подсказку от судьи руки-руки. Действительно, там излишне активно мешал защитник Максиму Шумакову. Впрочем, штрафа нет. Передача от Малова, броска нет. И снова Малов. Ну, вот так скорее в направлении Трикозова. Ста была неудобная для того, чтобы 71 номер мог шайбу захватить. 2.50 еще играть в первом периоде. Достаточно быстро проходит первый период с минимальным количеством пауз. Горбунов не переигрывает Бережного. Добивание. Где шайба? Где-то там у ворот, но... Но не прижата. И не за лицевой. Не в сетке. Кулешов. Снова в борьбу в угол площадки. Кто из нее победителем выйдет? Ястребы. Филатьев. Ну и назад пошел. Прям видно по Филатьеву, по игровому мышлению, по движению, по катанию, что превосходит многих, кто на площадке выделяется своими действиями на площадке. Гламзянов. Через Никиту Киселева играет. Назад. Гладнюк. Снова он шайбой поднимает на вершину. Кол. Но это совсем не точно. И Хажиев решает прибрать шайбу. Ну так, на всякий случай. Да, вот тот самый момент, когда ошиблись ястребы. По-моему, Егор Ананин там едва-едва не подвел команду. Ну и прямо сейчас по статистике 11-8 по броскам в створ в пользу Амичей. Вот момент, когда толкались-толкались, но так и не завезли шайбу. Бережной там пластался буквально на площадке по льду. Но все-таки не позволил случиться непоправимому. Киржаков. Верхом передача Телегин. Не сумел продолжить атаку. Кол. Ну и в итоге потеря под Гузов. Хорошая скидка, кстати, в средней. Бережной. По стеклу выводит. Опять же, как учили, что называется. Ну и все, последняя минута первого периода свой отчет берет. Выбрасывают шайбу. Ну и переводит ее в угол. Хажиев. Достаточно работы и у того, и у другого голкипера по первому периоду. Но, в принципе, неплохо с ней справляются. Назад скидка. И на пятаке шайба. Бросок 2-1. Омские ястребы отличаются в самой концовке. Ну, здорово довели до логичного завершения эту быструю атаку сходу. Филатьев. Еще раз посмотрим, конечно же, этот эпизод. Ну, прям сходу разыграли. Передача. Трикозов верхом подкидочку исполняет. Филатьев замыкает на дальней штанге. Ну и Хворов, да, тоже в ассистентах для Филатьева. Вторая шайба в этом плей-офф. Четвертый результативный балл. Четвертый матч проводит. Пятый, потому что в первой шайбе тоже Филатьев поучаствовал. В качестве ассистента выступил. 5 секунд до сирены. Ну и Медведи уже, конечно, не успеют до этой самой сирены отыграться. Но, в принципе, 15 минут сейчас отдохнут. Выслушают
все установки тренерские и уверен, с горящими глазами, а иначе не бывает в молодежном хоккее, выйдут спасаться. Ну а пока отдохнем. Концептуальный лаунж
И мы возвращаемся. Впрочем, мы уходили недалеко. Матч «Белые медведи», «Омские ястребы» 2-1 после первого периода в пользу гостей. Ну и вспоминаем главные события. Да, вот здесь Артем Девяткин не сумел вывести шайбу. Дальше Александр Филатьев пошел в отбор и вывел шайбу на пятак, где этим воспользовался Егор Родионов. Расстрелял буквально Руслана Хажеева. Ну и 1-0. Ответ был достаточно быстрым. Прошло чуть больше 2 минут. 2 минуты 16 секунд. И Никита Якимов подправил бросок Артема Девяткина. Да, судьи посмотрели повтор на предмет движения коньком. Да, но его не увидели. Акцентированного и направленного именно на то, чтобы шайбу загнать в ворота. Ну и в самой концовке меньше полуминуты оставалось до конца первого периода. Александр Филатьев, наверное, главный герой первого периода, сумел отличиться и вывел омских ястребов вперед вновь. В ассистентах у него Глеб Трикозов и Николай Хворов. Ну вот с этим счетом 2-1 мы и подходим к старту периода под номером 2. Первый матч второго раунда между «Белыми медведями» и «Омскими ястребами» в Олимбет молодежной хоккейной лиги. Кубок Харламова. Егор Горбунов, казалось, да, все-таки выцарапал шайбу, но нет, проигрывает вбрасывание. Филатов быстро расстается с шайбой. Конечно, не на руку своей команде. Закрывают зону мячи. Егор Ананин отправил обратно по борту. Ну и теперь мячи будут пытаться выйти на пятак. И выходят, кстати, с броском. Хажеев справился в этот раз. Хворов сделал передачу. За лицевой стоит нападающий. На пятак не проходит. Пас от Филатьева. Хворов. Филатьев. Нет. Отбиваются медведи в этот раз. Шайба не вышла за синюю. Поэтому вполне логично, что продолжается атака мячей. Уже прям переиграла первая пятерка челябинцев эту смену. Ну, номинально на матч заявлено второй. Но вышли первыми на этот период. Так, и отложенный штраф у «Белых медведей». Мячи, конечно, пользуются возможностью. Меняют вратаря на 6-го полевого в этот момент. И разыгрывают. В шестером контроль шайбы. Проходит передача. Корзин.
в угол привозит, оставляет на партнера. Сам обратно на синюю. И снова до него шайба дошла. Филатьев. Справа фланга распоряжается шайбой. На пятак передача. Отскакивает шайба. Но это не проброс, поскольку ушла она от мячей. За лицевую. Ну и от своих ворот попытались начать атаку новую. И нарвались на проброс уже сами. Так, ну и за подножку выписывают 2 минуты. Одному из игроков белых медведей. Колечко открыто. И мы смотрим еще раз. Ну да. Споров, что Егор Горбунов попадал, не будет. Второй шанс для омских ястребов в этом матче поиграть в большинстве. Первое удаление Андрея Подгузова на 8-й минуте не реализовали, а мячи. Ну и опять же, знаем мы спецбригаду ударную от мячей. Бояться стоит прежде всего в той самой пятерке розыгрыша лишнего. Кола и Трикозова, но их нет на льду сейчас. У борта борьба. И победители в ней мячи. Власенко переводит на противоположный фланг. И такой неспешный розыгрыш. 40 секунд уже позади от этого большинства у гостей. От синий бросок. Ударяется шайба в стекло. Мимо створа пошел бросок. Хорошо держит шайбу. Вот как раз о чем и говорил Черночуп по окончании серии против Стальных Лисов, что эта спецбригада нацелена в первую очередь на розыгрыш, где много контроля шайбы. Пока остается и не меняется единственный защитник у челябинцев Федосеев. Трое остальных, конечно, успели уступить место более отдохнувшим. Но Федосеев и играет, конечно, на дальнем от лавки запасных борту. И вот только теперь, когда шайба уходит за лицевую в зоне соперников, Федосеев поменялся. А вот эта спецбригада, которая самая острая и опасная у ястребов, пока ничего и не создает. Только сейчас перебрались в атаку. 10 секунд всего. Кол. Бросок от синий. Хажеев забирает. Нет, не забирает. Шайба там отскочила. Ну и все. 4 секунды остается от этого большинства. От удаления Егора Горбунова. Совсем скоро он появится. Поддержка на матче белых медведей. В принципе, на трибунах неплохо, так зрителей пришли поддержать команду. Все, Горбунов на площадке. 5 на 5 формат. И смотрите, Горбунов сразу включается в отбор шайбы. Сам же ее отправляет к борту. И снова Горбунов на вершину поднимает на Филатова. По большому счету, этот розыгрыш позиционной атаки пытаются через Горбунова и строить. Несколько раз он касался шайбы. Филатов. Удаление будет у мячей. Гладнюк на 2 минуты отправится, видимо, за подножку. Филатов. Передача и... Смотрите, рука поднята вверх, а Хажеев не идет меняться. Как будто не видит, не осознает. Не знаю. Странный момент, да. Хажеев так и оставался в воротах все вот это время отложенного штрафа. Да. За подножку. Голоднюк посидит и подумает о своем поведении 2 минуты. Ну, может, меньше.
если удастся реализовать. А, даже два удаления. Смотрите, Едыкин. Ну и да, два главных во время игры, вот да, с момента отложенного у Голоднюка. В какой-то момент два главных ездили с руками поднятыми вверх. Ну и Едыкин, да, тоже получает две минуты. Хороший шанс, да, появляется у белых медведей. Розыгрыш сразу 5-3. До этого не было ни одного большинства. Здесь две минуты. Когда у соперников на два игрока меньше. И бросок есть. Добивание с пятака. Свисток. Да, пас рукой. Пас рукой был. Ну, Филатов хотел сам шайбу подобрать, себе ее и скидывал. Но в итоге коснулся нападающий, и из-за этого игру остановили. Смотрите, прям много-много зрителей. Плей-офф, молодежка. И Паров. Филатов. Гламзянов. Держит шайбу. Два игрока на пятаке окопались, а вот три остальных у белых медведей достаточно подвижны. И как раз за счет этого пытаются спутать соперника. Бросок есть, но без добивания. Еще минуту и 4 секунды. Бросок. Снова Филатов. Епаров не устоял на ногах, но шайбу сохранил. Передача под бросок. Продолжают не выпускать тройку соперника из обороны. Передача. Теперь на синюю. Агламзянов мимо. И еще полминуты. Успевает замениться только один игрок у омских ястребов. Двое других сильно уставшие и измотаны. Продолжают оборонять свои ворота. Девяткин. Передача под бросок снова. Это Юсупов. Снова он на Девяткина. И повторная попытка. Там пытаются докопать на пятаке. Горбунов. Девяткин. Снова на Юсупова. Тут бросать не стал. Вот теперь все, двое появляются сразу а мячей на площадке. Теперь формат 5-5. Но помним, что два изрядно уставших игрока находились у ястребов на льду. Могли, конечно, белые медведи этим пользоваться, но не сложилось. Быстрая остановка. Ну и все. Ну да, вот самые опасные моменты этого большинства. Прям град шайб летел. Ну и белые медведи еще в серии софто реализовали только одну попытку из 17 в большинстве. Но вот теперь из 19. На омские ястребы до этого случая пропускали дважды. При этом 14 удалений было у команды. На весь первый раунд. Но вот здесь такой тяжелый отрезок тоже выстояли. Доминик Миканович. Шмаков по левому флангу зашел, но пришлось расстаться с шайбой. Андрей Корзин решительно против был развития атаки белых медведей. Впрочем, она и не останавливается. Пас и выпускают шайбу все-таки за синюю хозяева. Подхватывает Телегин. Бросок в ближний. Добивание. Бережной красавец спасает команду. Так, ну а здесь уже вкатывают в лед нападающего. Селиванов поднимается. Все в порядке.
Но не удалось ни Телегину забросить, ни Кулябину, который спешил на добивание. Здесь удача не улыбнулась. В середине матча подбираются команды. 19 на 17 по броскам в створ. К этой минуте преимущество белых медведей. Хорошо команды играют. Действительно, атакующий хоккей, что и анонсировали. И те, и другие. Ну и вот тот же Александр Филатьев перед стартом серии говорил, что белые медведи не только быстрая команда, но и что еще и любит силовую борьбу, что играют без прокатов. Ну, сегодня только 5 силовых в исполнении челябинцев. 2 у ястребов. Перебираются в зону атаки впервые, ну, за достаточно продолжительное количество времени. А мячи Трикозов в борьбе с Федосеевым. Там еще двое подоспевают. Но в итоге чья шайба-то? Была медвежья, но ненадолго. Бросок неточный. Дмитриев закрыл борт, оставил шайбу в зоне атаки. Федосеев. Тяжеловато. Трикозов. Передача за лицевую. Оттуда выходит сразу с броском. По-моему, Александр Филатьев был. Шайбу верхом Мишки отбрасывают. Подустали. Давно не было смены. Помним, что в периоде втором лавка дальняя от зоны обороны. Поэтому возникают трудности. Подкузов толкался с Егором Родионовым. Возникли вопросы друг к другу. Но Подкузов в целом сегодня очень заряжен на борьбу. Видно бешеное желание. Помним эпизод и из первого периода, да, когда прикладывал нападающего мячей. Ну, в общем, все в порядке. Судьи конфликт погасили. Сами игроки, я думаю, тоже не намерены были краги скидывать. Бросок! Хажеев. Ну, неплохая попытка. Еще раз. Вот. Этот выход из-за лицевой от Новокшонова. Но не удалось Ивану переиграть голкипера черно-белых. Поддержка у белых медведей есть. Ну и, конечно, нужно радовать болельщиков. Мишкам пока не получается. Уступают 1-2. И вернейший шанс. 2 минуты в формате 5-3 не использовали. Девяткин. Передача. И в обратном направлении. Девяткин. Вот теперь в сторону нападающего. Но не коснулся шайбы. Руслан Агламзянов. Киржаков высоко включается. Агламзянов тоже помогает. Но в итоге ястребы среднюю преодолевают. Шайбу практически затащили в зону атаки. Потеря вновь. Филатов. Кулешов. И Кимов. На синей шайбе Филатов. Попадает в Голоднюка. Назад передача. И Горбунов потащит шам, сам. Егор Горбунов, разумеется, старший. Канович жестко встречает соперника. Но и с чувством выполненного долга продолжает эту смену. Кол. Отскакивает шайба за пределы площадки. Понятное дело, что пытался игрок медведя оставить шайбу в зоне атаки. Но этот неудачный отскок и пауза. Но вбрасывание у ворот Бережного. Телегин подкатывает к одному крайнему, к другому. Расставляет. Обрисовывает план действий на это единоборство.
Ну и смотрите, вбрасывание выиграли. Рыкманов первый на подборе. Значит, все правильно понял. Матюшин. Проиграна борьба. Бросок. Такая хорошая проверка. Очередная для Руслана Хажеева. Родион Казанцев имел шанс, отрывался. Прям значительно. Преследователя Подгузов стелился. А понятное дело, что тем самым прерывал возможную передачу на Трикозова. Ну а по-ближнему играл, соответственно, сам Руслан Хажеев. За лицевой передача, но доходит шайба аж до синей линии. На пятаке не было адресата для паса. Верхом передача. Якимову нужно бы выкатиться назад, поскольку раньше шайбы он перебрался за синюю. Там в любом случае было бы положение вне игры. Ну и в итоге возвращают вбрасывание к воротам Хажеева. Ну, смесь передач. Фан-сектор. Поддерживают белых медведей. Ну, есть те, кто добрался из хоккейной школы Сергея Макарова. Расшифровка, да, этой аббревиатуры ХШСМ. Бросок попадает. Игрока мячей. В Артема Кулябина. Ну, а так продолжается. Хажеев. Справился в этот раз. Но придется отбиваться еще. Филатов. Не вывели. И снова продолжается тяжелая смена в обороне. А мячи, кстати, по ходу этой атаки постепенно меняют игровое сочетание. Уже трое свеженьких. Я думаю, вопрос времени, когда и другие двое поменяются. Ну да, в общем-то, там продолжается этот процесс. Ну а челябинцы, соответственно, на такую роскошь пойти не могут. В зоне обороны тяжеловато. Хажеев не без труда поднимается со льда. Посмотрите, красный весь этот объем работы. Канович и Заикин сошлись в такой небольшой перепалке. Дальше, чем в словесную, она не переросла. 21 на 22 по броскам в створ в пользу Ястребов. Ну и 15 на 13 по вбрасываниям на точке. Тоже лучше мячи. Прям лучший в этом компоненте Егор Едыкин. У него 4 выигранных единоборства из 6. Но сейчас за челябинцами остается Киржаков. Через борт. Верхом шайба пошла. Епаров. Ну и тоже по борту. Правда, недостаточно сильно, чтобы дошла до партнера. Бросок с дальней дистанции. Такая проверка. Рыкманов и Киржаков, видим, поменялись игровыми сочетаниями. Капитан у Медведей выходит теперь в первом. Рыкманов действует с Телегиным. Уже не первую смену, но нужно было присмотреться, да, на постоянной основе это или нет. Теперь понимаем, что да. Рыкманов, вот видим Киржаков на площадке, а Рыкманов только на плакате на трибуне сейчас. Ну и на скамейке запасных, разумеется. Гламзянов на точке против Казанцева. 6.29 до сирены. Вбрасывание, но придется повторить. Никуда не расходятся центральные. За 80-го номера болеет этот молодой человек. За Руслана Хажеева. Киржаков. Не проходит. Передача очень острая. И продолжает добавлять перчинки Ярослав Епаров на пятаке. Но в итоге мячи отбрасываются. Гламзянов обратно за синюю шайбу переводит. Небольшая неразбериха и суматоха. Этим пользуется Никита Телегин. Перехватывает шайбу у Трикозова. Бросок в ближний. С попыткой. С заявкой очень весомой. Но заброшенной шайбы нет. Девяткин не сохранил шайбу в зоне атаки.
Девяткин, кстати, в символическую сборную первого раунда плей-офф Кубка Харламова попал. У него 4 игры. Шайба, 2 передачи. Показатель полезности плюс 3. 11 блоков и 3 отбора. Он вообще по многим показателям один из лучших защитников лиги именно что в первом раунде. В каждом матче серии против авто он в створ бросал, да, минимум 2 броска за игру ловил на себя. Ну, в общем, здоровски провел первый раунд. Да, вот та самая передача Епарова из-за ворот на Гламзянова. Потом снова Епаров пошел и снова в похожей манере адресовал на 97-го. Ну и потерявший клюшку Станислав Бережной. Без нее эпизод доработал, а дальше Перфильев ее вернул. И только после этого присоединился к команде. Полноценно, да, чтобы поддержать выход из зоны. Хлопиков. Ну, опять же, потеря. И ответная от Медведей. Егор Горбунов. Ну, касание было от Якимова. И передача-бросок. Юсупов. Хорошо разыграли, довели до логичного завершения. Ну, в целом, понятно, что каждая атака должна заканчиваться броском. Но здесь он прям неплохой был. Плотный такой. От 42-го номера. Юсупов один из самых заметных защитников у белых медведей. В регулярке был. Ну и один из лидеров. Федосеев. Соперник попадает. Шайба выходит за синюю все-таки. Девяткин. Отыгрался. Снова длинная передача. Селиванов. В ближний бросает, но шайба прям совсем далеко. Прям совсем мимо. Здесь Селиванов перекинулся, по-моему, парой слов с Степаном Горбуновым. Ну, а Степан, кстати, не первую ли свою смену получил в этом матче. Как-то особо замечен не был ранее. Передача! Хороший бросок от Гламзянова. Снова с пятака. Вот видим, переформатированная первая тройка. Начинает все больше и больше моментов создавать у ворот Бережного. Еще раз. Прям стабильно доводят шайбу до владения вратаря. Ну, либо обостряют просто. Девяткин. Сохраняет. И вот теперь передача. Я думаю, такая долгожданная для Дмитрия Киржакова. Бросок неточный. На синюю поднимают. Девяткин. Рыкманов, Телегин. Уже появились. Ярослав Епаров пока смену переигрывает. Не сумел смениться вовремя. Вот только теперь уступил место партнеру. И проброс. Проброс у мячей. Не смогут поменять игровое сочетание. Ну и, скажем откровенно, пятерка поднаелась, обороняясь. И продолжит это делать. Ну а, соответственно, у Мишек практически все свеженькие. Телегин вступает на точке. Конечно, не очень хорошо для его команды, но шайбу быстро забирают под контроль. Снова видим, на пятак все идет. Снова из-за излишней настырности Мишек в борьбе под воротами небольшой конфликт возникает. Но опять же быстро утихает. 3:05 до сирены. И вот теперь и у тех, и у других появляется свежая пятерка на площадке. И
Юсупов с Филатовым отыгрывается. Юсупов показывает, что под бросок готов. И есть бросок. Шайба на сетке ворот. С внешней стороны. Филатов. Сам затаскивает шайбу. Бросок. Вот такая бабочка летела. Ее в свой сачок, в свою ловушку и поймал Бережной. Ну и тот момент, когда Кулешов в ближний после отскока пытался добавить, не попал. Второй период у нас пока без заброшенных шайб. Но и отметим, что омские ястребы в первом раунде дважды... У-у-у, какой момент! Железобетонный просто! И не попадает Егор Горбунов! Ух ты! Точно за голову может схватиться. Но теперь нужно, конечно, пойти в атаку и справиться. Потому что вернейший шанс был. Якимов, бросок. Так, проверочный. Я думаю, мы как раз еще раз увидим вот тот самый момент, когда не попадает Горбунов. Просто разминулась со створом шайба. Вратарь-то отыгран был. Не ожидал, что шайба так резко пойдет на 92-го номера челябинцев. Так вот, во вторых периодах у белых медведей одна победа, две ничьи, одно поражение. В этом плей-офф у омских ястребов две победы и одно поражение. Но опять же, это все в прошлых сериях осталось. В какой-то мере может быть показательно. Но... прям уж сильной роли не играет сейчас, когда соперник иной напротив. Видим, в прорыв уже отправлял Скулябин, но и шайба до него не дошла, и, в принципе, не в том направлении начинала двигаться. Да и сам Кулябин, оборачиваясь, замешкался и не нашел ее. Ну вот, кстати... было такое наблюдение, что омские ястребы быстро захватывают преимущество, да, по ходу матчей в плей-офф, ну, что было как раз в серии с остальными лисами. Но что вот в какой-то момент позволяют отыгрываться соперникам. Александр Филатьев отметил, что об этом задумывались, что в трех матчах открывали счет, делали задел, но вот допускали, чтобы соперник возвращался в игру, что называется. Объяснения этому не нашел. Попытался предположить, что, наверное, просто лисы выходили недонастроенными, а потом включались и шла равная игра. Но чтобы расслабленность или спад были у самих ястребов, Филатьев исключил. Ну вот посмотрим. Пока как раз первый период прям очень ударно проводили. Во втором больше обороняться приходится, но здесь понятно, что уже белые медведи в первую очередь начинают свою игру диктовать. Но, опять же, прям без явных просадок. Да, если там посмотрим статистику, допустим, то легко обнаружим, что 16 на 11 по броскам в створ в пользу челябинцев. Преимущество есть. Но оно не прям чтобы подавляющее, да, именно по отражению в статистике. Понятно, что территориально больше владеют шайбой, больше в зоне атаки, гостят черно-белые, но вот чтобы это в счете отразилось, пока такого нет. Филатов сам шел, даром что защитник, но остановили его. Этот забег слаломный. Ркманов за лицевой шайбу контролирует, вставляет на Матюшина. Дальше снова потеря. Ну и отбрасываются мячи. 40 секунд до сирены. Понятно, что медведи сейчас попытаются провести быструю атаку. Но от Телегина передача безадресная. Но только если адресом соперник не был, что вряд ли, конечно. Телегин. Передача. С пятака пытался Матюшин дотянуться до шайбы. И не достал все-таки Трикозов. Пас. Броска так и не состоялась полноценного.
Телегин. Нужно, конечно, поднимать голову, делать передачу акцентированную, а она, опять же, безадресная и на проброс. Ну, понятно, что Телегин ожидал, что кто-то будет там, вместе, куда пошла шайба, но не совсем. Партнеры уже на смену покатили в этот момент. Якимов уточняет, куда выигрываю, сюда выигрываю. А там, в принципе, игроки, как на командном фото, все выстроились перед воротами. Ну и все. Сирена. Сирена, которая отправляет команды отдохнуть при том же счете, что и после первого периода. 2-1 в пользу мячей. Ну и понятно, что сейчас посмотрим несколько опасных эпизодов. Но голевых не было в этом периоде. Броски. Броски многие прям очень опасные были. И в целом достаточное количество их. И от тех, и от других. Но вот только за второй период 16 у Медведей, 13 у Ястребов. Вспоминаем самое главное, что Мишки играли 2 минуты в формате 5-3 в большинстве. Но раз за разом все угрозы сводил на нет Станислав Бережной. В поте лица потрудился, конечно, во второй 20-минутке. Очень много у него было работы и забот. Крутился, старался, пластался. Все для того, чтобы сохранить преимущество команды в ту же одну шайбу, что и было по итогам 20 минут игры. Ну и, конечно, вот такой момент Кулешова едва ли не самый верный, но абсолютно железобетонный был вот этот от Егора Горбунова. Забить не получилось. 92-го номера просто не попал в створ. Уже практически пустых ворот отыгран был Бережной, но нет, не забросил. Ну и вот финальное вбрасывание. А, вот на что обращали внимание сами амичи. Попадал под гузов сопернику по лицу, но судьи оставили без внимания этот эпизод. Все, отдыхаем. Thank you.
Продолжаем разговор. Ровно минута до возобновления матча между белыми медведями и омскими ястребами. 40 минут позади. 2-1 ведут гости. Ну и самый активный, наверное, игрок у ястребов — Александр Филатьев. Шайба, передача, 5 бросков в створ, 2 блокированных, 2 отбора. Ну вот прям проявляет себя со всех сторон. И Глеб Трикозов тоже. С передачей, 4 бросками, 1 блокированным и 1 силовым приемом. Ну, до кучи еще и перехват успел сделать. Прям эти двое выделяются на фоне остальных. У черно-белых можем обратить внимание на Никиту Телегина. У него 3 силовых приема, 3 броска по воротам. Но, правда, только 40% на точке. Есть что поправлять, есть к чему стремиться. В принципе, по игре на точке небольшое преимущество у мячей. 21 вбрасывание, 20 выиграли медведи. Горбунов против Казанцева. И омский нападающий оставляет как раз эту самую точку за собой. Ну и сразу бросок. Хажаев, в принципе, был готов к нему. Спокойно шайбу принял. Передача. Ну, стучит клюшкой по льду Егор Ананин, подсказывая: я здесь, и я готов открываться под передачу. Она с запозданием, но пошла. Трикузов. И хороший перехват от 56-го номера, от Леонида Кулешова. Быстро перебираются медведи в атаку. Горбунов со второй попытки все-таки наносит бросок. Понятно, что рассчитывал наверняка в касание, но просто не обработал. Но опять же, не так просто было это сделать, тем не менее. Да, белые медведи вперед к победе. Такие призывы тоже есть на челябинских трибунах сегодня. Опять же, болельщиков предостаточно сегодня. Контроль мячей и выбрасывают шайбу. Причем выбрасывают удачно в зону атаки сразу. Денис Малов. Вот так, потревожил Хажей. Громче, наверное, не скажешь.
Опять же, разминочный бросок. Но зато вбрасывание будет как раз в зоне атаки для мячей. Понятно, что это тот самый минимум, который хотелось бы выжить из атаки. Его выжили, правда, на точке уступают. Приходится уже в оборону возвращаться. Кол. В средней передаче. Здорово убирает под себя. Прям Образцова разбирался в эпизоде Дмитрий Власенко. Забить не получилось. Передача. Заикин отдавал. Сысоев. И продолжает шайбу держать, только уже в средней. И адресует ближе к своим воротам. Разгон новой атаки. Но опять же, такой. Не очень акцентированной атаки, скажем так. Едыкин бросал, но не прям, чтобы сверхактивно. Степан Горбунов! Выше шайба проходит. Получает он удар в спину. Все по правилам. Попытка от Голоднюка. И снова он поднимает на вершину. Обратно получает. Нет, не доходит до Голоднюка шайба. Вот только теперь пытался в борьбе помочь. Селиванов выводит шайбу. Егор Ананин первый на ней. Ну а там, в принципе, медведи-то и не пошли в атаку. Отбрасывались и на смену двигали. Вставляет Хажеев шайбу в игре. Накрыл ее, но выпустил. Прострельная передача. Обкатывает ворота, делает передачу на пятак. Ну, прям хорошо сыграл в эпизоде. По-моему, Андрей Перфирьев. Бережной. Через борт. Трикозов. Вставляет. Казанцев. Трикозов. Обратная передача. Кулешов. Вот попытка. Юсупов. Сохранил шайбу. Егор Горбунов. За спину себе адресовал шайбу. Прям вот, чтобы близко никого не было. Но до Юсупова доходит. Снова Горбунов. Юсупов. Ну и отбились. Отбились в этот раз ястребы. Впрочем, даже замениться не все успели. Егор Горбунов снова тащит шайбу. Бросок мимо. Епаров. И вот такая передача проходит. Киржаков. В ближнем бою не переигрывает Бережного. Хороший момент. Пытаются подобрать ключи в очередной раз челябинцы. Но вот Горбунов совсем немного шайба разминулась со створом. Это момент Киржакова. Снова челябинцы быстро подхватывают шайбу в зоне атаки, контролируют. Так, поднята вверх рука ни одного и другого главного. Переусердствовал в зоне атаки. Руслан Агламзянов и за подножку на 2 минуты отправился в бокс для штрафников. Ну, видели, руки вверх поднимал, мол, не виноват, так совпало. Но совпало все-таки на 2 минуты. Оставил клюшку в коньках у Тимура Кола. И новый шанс для ястребов. Третий сыграть в большинстве в этом матче. Прошлые два не реализовали. Трикозов. Опять же, понимаем, что его на бросок будут выводить постоянно. Филатьев. Ну и Кол тоже. Вот он. На синий. Трикозов под бросок ему. По-моему, в Телегина попадает шайба.
Отбрасываются медведи. То, что нужно было. Еще полторы минуты обороняет свои ворота. Филатьев. Зашел и на противоположный борт адресует, где никого из соперников. Зато свой есть. Филатьев. Короткий отыгрыш. И обратно поднимает на синюю. Ну ух ты! И там ведь абсолютно никем не прикрыт оказался Сысоев. Благо для медведей, что не дошла шайба до 95-го номера. А это перехват! И это Егор Горбунов. Ну, по крайней мере, сократить время от штрафа Руслана Агламзянова уже неплохо. В атаку, конечно, полноценно не убежал, но драгоценные секунды выиграл. Довольно собой отправился на смену. Все правильно делал. Телегин не перехватил. Передача. Трикоза в ближнем. Не переиграл. И еще одна. И снова не попадает в створ мячи. Близок к шайбе был сейчас Андрей Заикин. Но по пустым воротам не попал. Ну, примерно как Егор Горбунов в периоде втором. Кол. Все, Агламзянов на ногах и уже на льду. 5 на 5 формат снова. Не очень-то удачно Эдуард Голоднюк шайбу переводил. В итоге снова приходится обороняться. Юсупов. Бросок попадает в соперника. И еще один. Теперь мимо. Юсупов. Нужен кто-то, кто у борта откликнется на передачу. Двое мимо проехали. Конечно, Никита Киселев попытался вступить в игру. Шайбу отобрали. Юсупов. Снова в атаке медведи. Пытаются расставиться. Это же не самая простая задача против команды, которая... Ну, прям активно идет в спаренный отбор, да, вдвоем выдвигаются. Горбунов. Ну и на этот раз и мячи отбились. Родионов. Сам идет. Партнеров не видит, но зато прекрасно сканирует ситуацию, понимает, где соперники. Поэтому притормозил. Ну и попытался хоть как-то развернуть. Впрочем, не получилось это. Хлопиков. Попытался прервать передачу. Нападающий челябинцев. Тоже неудача постигла в эпизоде Руслана Агламзянова. Бросок. Хажеев. Красавец. Спасает команду. Ну вот если говорил в первом периоде, что ну такие... Не бурные аплодисменты нарвался, то сейчас прям овация на трибунах. Прям Власенко все делал. По учебнику, да, прокинул мимо соперника. Миканович уже не в силах был противостоять. Но сводит все на нет Руслан Хажеев. Телегин против Едыкина на точке. И у кого шайба все-таки? У челябинцев. Матюшин. Вывел Телегин. По борту Бережной первый на шайбе. Пытался там в прыжке достать. Все тот же Матюшин шайбу, которая по борту шла. Как раз после выброса Бережного. Он снова, кстати, из ворот выдвигается, только теперь низом запускает. Но запускает в борьбу. Рыкманов. Отыгрался с защитником. И скидывает на другого. Теперь на Подгузова. Придерживают шайбу. Филатов. Вперед идут. Телегин. Нет, потерял шайбу. Отправляет верхом Филатов. Первый на шайбе, просто, разумеется, не будет. Шайба слишком медленно катилась, за лицевую бы не отправилась.
Селиванов сохранит шайбу. Не получилось. Федосеев. Передача на пятак. Нет. Не дают бросить Селиванову. Это уже с дальней дистанции. И не точно. Селиванов снова. Киселев от синей. Подправление. И добивание. Вторая попытка. Она уже неудачная. Кулябин не доводит до ворот. Хорошую атаку провели медведи. Причем усилиями своего молодежного звена. Федосеев. Передача. Ну и сам идет Егор Горбунов. В зону атаки доставил, а это уже маленькая победа. Ну, смотрите, а мячи практически весь третий период и обороняются только. А, к слову, по игре в третьем периоде на мячи ни разу в этом плей-офф еще не забирали заключительные 20 минутки. Две ничьих и одно поражение. Разница шайб при этом 1-3. Белые медведи сыграли 4 матча, соответственно, и 4 третьих периода было. В них 2 победы, 2 ничьих и 5-2 по заброшенным пропущенным. То есть мы понимаем, что мишки только добавляют по ходу матча, а ястребы, о чем как раз говорил я, ссылаясь на Александра Филатьева, немного так подсбавляют. Епаров здорово обрабатывает шайбу и тащит ее дальше сам. На пятак адресует. Миканович. Епаров и дальше. А дальше не проходит. Снова Миканович с Епаровым отыгрываются. Киржаков. Епаров. На Гламзянова пас. У борта 8,5 минут до конца. Вставляет шайбу Сысоев. И вот бросок с подставлением, кстати, очень опасным. В этот раз уже медведи спасаются. Филатов. Епаров. И вот пошли в атаку. Появляются там небольшие бреши в обороне у мячей. Заигрались в атаке, но Миканович не сумел переиграть. И оставили шайбу в пределах зоны атаки, поэтому продолжал Рыкманов как раз поступательное движение. Телегин. Уже у своих ворот контролировал. Матюшин забросил, Бережной вышел. Телегин пытался прессинговать, конечно. Не выходит. Подгузов. Ну, конечно, забег на скорость выиграет. А вот распорядился шайбой. Но, опять же, потенциально в борьбу отдавал, но Казанцев не стал идти дальше. И Матюшин сохранил у своей команды. Никита Киселев первый на шайбе. Обошел одного. Дальше не стал демонстрировать чудеса дриблинга и ловкость рук. Без всякого мошенничества поделился шайбой с партнером. Федосеев. Через борт и снова в борьбу. Наброс от синей. Не доходит шайба до ворот. Самоотверженно встает на пути следования шайбы мячи. Филатьев. Ну, прям смотрите, на такой легкости уходит от Федосеева. Понятно, что защитник Челябинца в смену переиграл. Но, тем не менее, в который раз отмечаем, Филатьев прям здорово выглядит. Филатьев, кстати, рассуждал перед стартом серии о разнице между молодежной хоккейной лигой и там всероссийской или континентальной. Он во всех трех в этом сезоне поиграл. Но говорил, что в МХЛ более непредсказуемая игра, что скорости пониже может быть, но мастеровитость и техника точно есть, пусть и не в таких масштабах. Но прочитать соперника при этом очень тяжело. Где-то можно потерять шайбу, где-то обыграют. И вот в этом плане, конечно, сложнее в первую очередь. Ну и мы знаем, да, что там, если
выходит хоккеист на лед в континентальной хоккейной лиге, он прекрасно понимает, чего ждать от признанных мастеров. В молодежке имена не такие громкие, и соперника, опять же, не так просто прочитать. Хажеев уходит за лицевую, в трапецию. Ну и оттуда шайбу адресует на Юсупова. 5,5 на спасение у белых медведей. Филатов видит, что можно сделать передачу. И еще одна идет, Агламзянов. Сам идет, бросок. Разминулась шайба со створом. Киржаков. И Паров рядом, но Киржаков продолжает. Поступательное движение, вот передача неточная. Ответный редкий выпад и мячей. Ястребы, так знаете, коршуном налеты делают в зону атаки. Но пусть многие разящие, по сути, опять же, редкость по третьему периоду. Но вот даже если к статистике обратиться, будем понимать, что преимущество у хозяев. Но атака есть. Опять же, ястребы быстро расстаются с шайбой. Так вот, в третьем периоде... А нет, кстати, по броскам в створ 6-5 в пользу омских ястребов. Белые медведи, ну да, подводят местами точность бросков. Часто шайба даже в створ не идет. Епаров. Сам пошел. Смена долгая, но сил полно. Доводит до ворот. Бережной забирает. Ну и 7 раз мячи уже блокировали броски. Полевые именно игроки. За третью 20-минутку. Ну и такой момент Рахманов. Рахманов, а не Епаров. Проверял так Бережного. В принципе, попытка не пытка. Ну и опять же, вбрасывание в зоне атаки тоже неплохо. И отправляют на точку Егора Горбунова. У него сегодня 4 из 10 вбрасываний. И в этот раз тоже уступает. Тем не менее, сохраняют медведи шайбу в атаке. Контроль и потеря. Хворов. Передача не получается. Буквально нависают у него на клюшке соперники. Причем сразу двое. А здесь забег на скорость выиграть решительно невозможно будет. Так что вбрасывание вновь в ворот Руслана Хажеева. Вновь, потому что только что игра там была. Тимур Кол. Сегодня без результативных баллов, но активен, опасен. 3 броска от него увидели уже сегодня. Но и в обороне тоже неплохо. 2 блокированных, 2 силовых приема. Впрочем, сейчас попытается сверкнуть в атаке. 3.49 до сирены. Кол. Передача точно в клюшку Доминику Микановичу. Он, правда, за белых медведей играет все-таки. Миканович снова. Ну, а теперь он и ошибается при передаче. Кол. Опять же, вдвоем выдвигаются медведи на игрока, владеющего шайбой. Пытаются быстро вступать в отбор. Здесь не получится в отрыв уйти у Агламзянова. Плотно играет по нему соперник. На пятак не проходит, шайба за лицевой. Ну и Малов, в общем-то, бороться до конца не стал. Покатил меняться. Затянулась его смена. Юсупов на индивидуальном мастерстве зашел в зону атаки. Епаров, ложное движение, передача под бросок Агламзянову. И снова туда, все на пятак. Киржаков. Епаров бросает, попадает в полевого. С большим трудом, но продолжает игру. 53-й номер. Артем Куликовский. Даже ускорение в атаку, кстати, делает после блокированного. Юсупов. Расстается с шайбой. Через Епарова играет. Телегин дальше. Епаров. Хорошая передача. Телегин.
Шайба коснулся, проброса не будет. Рахманов был. Вот шайба скачет на пятаке, но никак никому ее не удается добить. Немного не хватает вот настырности на пятаке белым медведям. И последние две минуты третьего периода и основного времени матча взяли свой отсчет. Стремительно они, конечно, будут таять для черно-белых. Я поглядываю в сторону Руслана Хажеева. Он пока не меняется. Тем более, что атака на его ворота сейчас. И 3-1. 3-1 за полторы минуты. Бывает всякое, но это очень близко к победе омских ястребов. Эдуард Голоднюк отличается. Принимает поздравления, разумеется, для Голодняка. Первая шайба в этом плей-офф. Ну и до этого матча у него только результативная передача была. Ну, смотрите, сам пошел и в ближний бросал. Опять же, наверное, должен был реагировать Хажеев именно что по Голоднюку. Передача-то, наверное, и не прошла бы. Подгузов закрывал адресата для нее. Ну, в общем, вратаря точно судить и осуждать не наше дело. Вратарское дело тонкое. 3-1. Горбунов у Казанцева выигрывает вбрасывание. Девяткин закидывает в зону атаки, причем попадает в створ. И сразу идут наседать в атаке медведи. Ну, впрочем, опять же. А, смотрите, Марат Аскаров тайм-аут берет. Пробрасываются ястребы, и они не могут взять тайм-аут. А вот медведи запросто. И пользуются этим. Минута 18 есть на спасение. Две шайбы, конечно, ну, тяжело. Тяжело будет отыграть, но возможно. Марат Равкатович что-то объясняет своим игрокам. Разумеется, Виталий Геннадьевич Черночуп объясняет, как не дать сопернику забить. Есть поддержка у белых медведей, опять же. И как можно эту самую поддержку оставить без лишнего повода для радости? Да, конечно, показали на экране, показали на кубе на арене. Это уже повод улыбнуться. Но ведь можно и добавить. Хажеев остается в воротах. Он их не покидает. А нет, смотрите, все-таки уходит, да, потому что медведи-то уже 6 полевых. Горбунов на точке. Егор. Степан, кстати, тоже появляется на площадке. Якимов здесь же. На синий, если не ошибаюсь, Филатов и Девяткин. Да-да-да, пустые ворота, пустые. Ну и Алексей Рахманов слева. Вот она, команда по спасению. Если не мира, то этого матча. Филатов не ошибается, теряет шайбу. Не дает Трикозову разобраться. Бросок по пустым и не забивает. Николай Хворов уже далеко не в первый раз. Мячи прощают. И действительно не забрасывают. Ну вот в этот раз в пустые, а до этого в отыгранные ворота. Горбунов. Егор. Пожадничал, не стал делать передачу на брата. Хотя, может, и стоило бы. И снова Егор Горбунов. Бросок. Бережной справляется. 33 секунды. Филатов. Добивания нет. Филатов. Переводит диагональную, такую делает. И снова Егор Горбунов. 2-3 и 22,3 секунды. Опять же, все возможно. Главное верить. Стараться. Не с первой, так со второй попытки Егор Горбунов отличается в этой атаке. Сейчас еще раз посмотрим.
Конечно, Руслан Хажаев вернется сейчас обратно на лед. Ну, прям идеальный бросок после передачи Рыкманова. Ну и в касание решает. Ну, прям разыграли, ну, не в касание, но очень здорово на троих сообразили в зоне атаки. Диагональный перевод на Рыкманова. И Рыкманов из угла площадки на пятак на Егора Горбунова. 18 секунд. Белые медведи вынуждены обороняться. Хажеев вышел из ворот. Сыграл с шайбой. А дальше в атаку. И ускоряется Якимов. Но он не первый на шайбе. 4 секунды. 3, 2, 1. Дотерпели. Дотерпели омские ястребы. Забирают победу в этом матче. И теперь ведут в серии со счетом 1-0. Повели. Ну и завтра команды сыграют снова. Здесь же, в Челябинске, на ледовой арене «Трактор» имени Валерия Константиновича Белоусова. Только на час раньше, чем сегодня. В 16.00 по московскому времени. В 14.00 по московскому времени. В 16 по местному. Ну и там традиционно собираются в круг молодежной команды. Прям это на протяжении долгих-долгих лет. Практически у всех есть. Где, конечно, один из игроков в кругу говорит речь. Ну а дальше вся команда поддерживает спикера, да, того, кто держал это самое слово. Ну и вспоминаем яркие эпизоды этого матча. Разумеется, первую шайбу, когда Артем Девяткин попал под жесткий прессинг от Александра Филатьева. Филатьев делает передачу и забивает 75-й номер Егор Родионов. На пятаке слишком много пространства получил. Ну и не успел, да, немножко Никита Киселев сыграть по нему. Так счет стал 1-0. Впрочем, уже на 4-й минуте Никита Якимов сравнивает. После двух попыток броска от Девяткина, ну, можно сказать, да, так отмазался за ту потерю в собственной зоне. Судьи посмотрели на предмет движения коньком от Якимова. Этого не обнаружили в действиях челябинского нападающего, но акцентированного удара по шайбе коньком. Шайбу засчитали. 1-1, дальше моменты. Много угроз было и от тех, и от других воротам соперника. Но вот результативной становится вот это, когда проходит передача подкидка от Глеба Трикозова. И Александр Филатьев отличается за 23 секунды до сирены, которая закончила бы первый период. Ну, в общем-то, и уходят с преимуществом в одну шайбу ястребы на перерыв. Во второй 20 минутке, опять же, угроз было много. 16 бросков в створ от медведей, 14 от ястребов. Но ни один из них результативным не стал, ни один из 30. Несмотря на такое прям давление ощутимое и напряжение, которое, ну, без преувеличения витало в воздухе. И даже вот этот бросок Егора Горбунова результативным не стал. Просто шайба в створ не пошла. Ну и, в общем-то, доиграли второй период без заброшенных шайб. А в третьем мы увидели две. Две заброшенные шайбы. Сначала Эдуард Голоднюк. Ну, казалось, да, в какой-то момент, что снял вообще практически все вопросы о победителе в этом матче. Но на самом деле только запятую поставил в этой прозе. Здорово убежал в контратаку на 59-й минуте. За полторы до окончания матча. И в ближний прошивает Руслана Хажеева. Но белые медведи берут тайм-аут, меняют Руслана Хажеева на 6-го полевого. И с передач Александра Филатова и Алексея Рыкманова за 22 секунды до сирены все-таки отличаются черно-белые, сокращают вновь отставание до одной шайбы. Ну, сейчас посмотрим как раз ту атаку. Смотрите, Филатов здорово находит Рыкманова. Тот адресует на Горбунова на пятак. Ну, прям вот образцово по одной диагонали шайба туда-обратно прошла. И все.
Горбунов, Егор Горбунов забивает. И вот это уже действительно точка в этом матче. По итогам 60 минут 3-2 счет в пользу омских ястребов. И 1-0 теперь в серии, тоже в пользу омских ястребов. Благодарим вас за просмотр. Я Денис Киселев. Увидимся.